Туристический логотип Саратова выберут жители. Об этом заявила министр молодежной политики, спорта и туризма. В ходе пресс-конференции Наиля Бриленок подвела предварительные итоги конкурса на лучший проект саратовского логотипа. Из 30 работ эксперты отобрали 3 лучших. В их число вошли проекты студентов технического и экономического вузов, а также вариант логотипа, разработанный городской дизайнерской студией. Следующим этапом этого конкурса станет интерактивное голосование жителей Саратова. Горожанам также будет предложено выбрать лучший вариант логотипа из 30 работ. Организаторы надеются за счет интерактивного голосования привлечь еще нескольких участников конкурса. Здесь должно быть участие каждого жителя, поэтому мы выставляем на интерактивное голосование, во-первых, чтобы каждый мог поучаствовать и принять решение, и во-вторых, чтобы это стало неким толчком для какого-то некого другого движения, чтобы еще работы появились, потому что 30 работ – это, в общем-то, по большому счету, не так уж и много. Возможно, есть неравнодушные профессионалы, художники, которые захотят в этом принять участие, что это только первая, самая первая ступенька, которая даст толчок развитию этой темы уже в массе наших саратовцев, жителей не только города, но и области. Потому что это действительно очень важный момент.